Ребят, привет всем. У товарища вот у моего крякнула, блин, микроволновка. Сейчас будем разбирать вот эта вот штука. Сейчас будем донора брать. Вот с такой вот микроволновочки. Микроволновка Эленберг называется. У тебя LG, да? Вот. Да. Все, ребят, подходит. Все четко. Сейчас будем процесс разборки все снимать и показывать. Задняя крышка как у нас скрывается? Давайте. Зовут Леха. Да, но тут с боков она никак не крепится. Вот сзади два болта. Третий потерян. Ничего страшного. Так-то. Дальше как? Дальше. Чуть-чуть на себя ее. О, смотрите, как легко она вообще все сошло. Здесь проблема с этой печкой, она рабочая, вышибает постоянно предохранитель. Ее в итоге, получается, спустили на донора, так-то она рабочая. Вот эта колыбаха, да, вот эта, она получается вот эта, да? Угу. Значит, что, надо ее снять? Да. Так, смотри. А у меня вот эта колыбаха, как ты скажешь, вот здесь на корпусе. Ничего страшного. Мы же специалисты или чего? Это раз-два он идет, да? А, ну да, ничего страшного, думаю. Ну и все. Она, ладно, посмотрим. Просто провода стоит сюда подцепишь и все. Дома возьми, да сдерни ее, что. Все равно на разборку. Блин, не слазит. Я же говорю, хорошо сидят. Сейчас пассатишки принесу. Да, да. На пассатижи профессиональные, специальные. Без них никак не снять вот эти вот вещи. И только такими пассатижами. Ребят, других не было, такие есть. Ну, пассатишками все быстро, хорошо разбирается. Кстати, смотрел видюху, короче. Вот эти провода даже можно местами путать, ничего им не будет. Ну и хорошо, полярность, то, что менять можно. Так, следующим. Ну, что делаем? Открутить надо вот этот болт. Вот этот. Там болтик один. И под отвертку, и под гаечный ключ. Все, он на одну, значит. Или сколько там? А это надо? Да, он к корпусу крепит. Угу. Так. Вот и все. Вытащили. Вот она твоя эта штука, которая пробитая. Ничем почти не отличается. А это сюда те провода поставишь и все. Вообще крепление, вот. Да, идентично. Да, один в один. Даже крепеж, по-моему, одинаковый. Да, точно. Да, да. Так что, ребят, берите микроволновки, ломайте, переставляйте. Единственное, что видишь. Чего? У меня вот это. Разъем был снизу. Угу. Вот так. Да, он получается что сбоку. Ну, думаю, дотянется. Ну да, тянется, ничего страшного, если что, удлинишь провода-то. Ребят, в итоге все. Вот в микроволновке ничего сложного нету. Берите, разбирайте, если что сломалось. Сначала начинайте с предохранителя. Предохранитель, вот они. Вот он здесь горел, видно даже, как сильно, потому что здесь уже вместо самого предохранителя уже жучок сделан. Вот, так что такие вот дела. Ребят, кому была полезна информация, ставьте лайки. Леха, вот специалист. Все, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.